В Гродненской региональной таможне подвели итоги работы ведомства за первый квартал 2019 года. Гродненским таможенникам есть чем похвастаться. По многим показателям положительная динамика. Внешний торговый оборот составил более 1 миллиарда 200 миллионов долларов США, что на 8% больше, чем в 2018 году. Мы отмечаем рост количества транспортных средств, которые пересекают границу. Это более 1 140 000. Видим рост поступления платежей в бюджет более 27% по сравнению с таким же промежутком времени прошлого года. Более 300 000 административных правонарушений, которые выявлены, говорят о том, что работы на границе и внутри, на ведомственный пункт оформления у нас достаточно много. Вместе с тем, за этот период сотрудниками таможни пресечено более 3000 административных нарушений, возбуждено 17 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей и незаконного перемещения через границу психотропных и наркотических веществ. Стоимость изъятых товаров, перемещаемых с нарушениями таможенного законодательства, составила почти 3,5 миллиона рублей. Кроме того, на повестке дня у таможенников стоит и интенсивная подготовка ко вторым Европейским играм. Белорусские таможенники – первые, кто будет встречать болельщиков и гостей грядущего грандиозного спортивного и общественно-политического события в стране, а значит, они должны быть готовы. И они готовы создать максимально благоприятные условия для всех прибывающих на этот праздник. Завершается реконструкция инфраструктуры. Это пункт пропуска Брузги на сегодняшний день. Идут окончательные завершающие работы. Плюс размещается дополнительная, скажем, техника для информирования пересекающей границу. Это уже достаточно большое количество информационных мониторов, да, которые мы сейчас наполняем понятной и доступной информацией. Плюс уже подготовка сотрудников именно как для общения, для коммуникации с туристами. Ну и, наверное, в усиленном таком режиме будет проходить информирование пересекающей границу о тех нормах и правилах, которые у нас существуют, которые необходимо выполнять в любом случае.